Среди белого дня, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками, выбрался он из мамашиной утробы. Кобылу мою не видал? Да давеч тут лежала. Не то ранито, не то так повредилось. Терпи, братуха. Глянь, какая молодка. Приголубить в раз полегчает. Искандронова не видал? Да. Ты мою рыжую не примечал? Не, не видел. Куда ее чумовой унес? Нашла время, нечего сказать.
прогулялась. Хоть бы выгнатого жеребца привела. А то черт знает кого. Ну, куда я с ним денусь? Куды? Примечаю я, товарищ командир, что берегется моя кобыла. Чую, берегется моя кобыла. Рысью не перебежить. Впереди-ка. Наметом не мои, а пышка ее душить. Доглядел, а она, оказывается, жеребая. Так уж береглась, так береглась. А жеребчик-то масти не даватый. Вот. Безразлично. Гнедой или вороной все равно. Пристрелить. Жеребенком мы как цыгане будем. А ежели командующий, что тогда? А? Что тогда, я спрашиваю? А? Вот я его тарю, а вроде цыганю. Приедет командующий осматривать полк, а он перед фронтом станцевать будет и хвостом этак. На всю Красную Армию стыд и позор. Что? Эскадроны тут, а? Вот он я. Товарищ командир, донесение готово? Лично в руки полковому. И чтоб мигом! Есть! Игнат велел передать, чтоб скорее по полу дому шли. Офицеров на допрос привели. Я даже не понимаю тебя, Трофим. Как ты мог допустить? В разгар гражданской войны и вдруг этакое распутство. Даже совестно. Это даже совестно. Был приказ жеребцов соблюдать отдельности. Был. Пристрели. Смородин? Куда офицера повели? К Поповскому дому! Вон, где тополя стоят! Thank you.
Слышь, кинь пару патронов. Возьми в ящики. Ты куда? Да тут недалече. Жеребца ликвидировал? Должно. Боек испортился. Пистон не пробивает. Ну-ка дай винтовку. Тут же патрон нету. Не могёт быть. Эти, говорю, нет. А, так я же их кинул. Там. За это. За конюшней. Thank you.
полонечек плетете. Да вот тут баба, хозяйка, все просит сплети, да сплети полонечек для вареников. Когда-то мастером был, теперь не того. Ты удался? Нет, подходящий. Дяденька, дай пальнуть. Я тебе пальну. На, полонечек, все сематки. Слушай, черт с ним, пущай при матке живет, временно и так далее. Кончится война, на нем еще того пахать. А ежели командующий на случай чего войдет в его положение, потому что молокан и должен сосать, и командующий титьку сосал, и мы сосали. Это такой обычай, ну и... Шабаш! Ну-ка, не балуй! Не балуй! Боёк-то у твоего винта справный. Отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удила не могли принудить кобылу идти в бой. Спишь, Трофим? Дремаю. Жеребца своего сничтожь. Наводит панику в бою. Как увижу, рубить не могу. Рука слабнет.
все через то, что вид у него домашний. На войне подобный не полагается. Сердце из камня обращается в мочалку. Ха. Между прочим, не стоптали поганцы в атаке. Промеж ног крутился. Понимаешь, Трофим, хвост у него, то есть, положит на спину, взбрекнет, а хвост как у лисы. Замечательный хвост. Не как твоя рыжая. Моя. Тоскует. Пойду проведаю. А жеребца больше нету. Вот. Отбился в бою. А еще что? Трофим! Завтра в полдень вельно через Дон с Калиновскими на соединение пойдем. Ты, Щеботаренко, подготовь комяги. Седло погрузишь. Есть. А ну пошел ты! Егор! Егорка! А? Что тебе? Ай, спишь? Нет. Жеребца не дал? И где? А, зараз на хутор убег. Видал? А, видно, приблудный какой. Да на что он тебе сдался? Thank you.
мается неук. Матку ищет. Здешний знать. Ну и люца свач. Дурак! Ежели харч человечий, с первого начала должен выпить, а уж потом закусить. Чего шкодишь? Животное без потребы портить нельзя. Божью тварь завсегда уважай. Это человека уничтожать надо. Да-да. Поганый он. Человек-то. Страшная твоя философия, вахмистр. Чего? Сердце у тебя волчиное, говорю. А, могёт быть. Крамсков, прекрати глумиться над животным. Ну, отпусти его. Отпусти. Посты проверены? Ну, знамо дело. Чепуренко, возьми мою рыжую и плыви с ней. Скачи. Я за раз. Давай, подмагну. Проклятые!
чертенок. Жесткие посиневшие губы, 5 лет не целовавшие детей, улыбались.